Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» приветствует вас. У нас в кузовном ремонте автомобиль Ford Mondeo 2010 года выпуска. Есть явные повреждения на переднем бампере, как видим, в районе противотуманной фары. Бампер будет реставрироваться, заменится узел передней фары ПТФ-ки. Ну, соответственно, покрасить. На этом автомобиле был поврежден передний бампер. Была повреждена левая часть переднего бампера в районе нижней ПТФ фары. Вот здесь вот. Бампер снимался, ремонтировался, блок фара поменялась. Ну и видите, что попадание в цвет 100%. У нас есть своя лаборатория по подбору краски. Время, потраченное на ремонт, 5 часов. Сумма ремонта составит 6000 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 3 года. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.